Ви даєте добровільну згоду на запис цього інтерв'ю? Да. І публікацію? Да. Як вас звати, прізвище? Сергій. По батькові. Ісидорович. А, прізвище? Сергій Ісидорович. Медведь. Медведь. А число місяців народження? 13 мая 1972 року. Де ви фактично прописані, проживали? В Макеївці. На адресу? Место прописки Макеївка 33, квартал Хімік, дом 14, квартира 49. Место фактического проживания Макеївка 25, улица Островського, дом 49, квартира 62. Вам повних 49 років? Да. Так. Де ви служили взагалі раніше? Ну, срочную службу проходил в Киеве, в Киевском высшем военном инженерно-авиационном училище. Угу. Яка посада у вас была? Водитель. Я зам по тыла возил. Пристроповій службі, правильно? Да, да. Так, далі. Ближче до наших днів, що відбулося. Давайте почнемо з заяви Путіна. Ви її чули? Так, какого числа? 23 лютого, февраля. Ну, скажем так, слышал, там анонсы по телевизору были, но полностью не это самое. Ну, вы чули, что он говорил про то, что начинает спецоперацию? Да, 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 да. Что вы зрозуміли под этой спецоперацией? Ну, я так понял, он это объяснял, что, значит, будет, как это сказать правильно? Значит, денацификация? Я понял, вот... Границы ЛНР и ДНР, те, которые по Конституции, вот, территориально будут в ходе этой операции, вот, ну, условно, как восстановлены, или как это получается так. То есть признаны. Да. Так как вот. То, что ЛНР и ДНР признаны, но вот то, что эти границы, которые в рамках областей, вот, и которые подконтрольны Украине, то есть эта территория будет, ну, скажем так, ее заберут. ЛНР і ДНР. Вот так, це було його заявлення. Що відбулося по факту, чи відповідає те, що зараз відбувається, тому що заявляв Путін? Ну, мені, скажімо так, я з 24 числа без новостей, мені сложно сказати, що там відбувається на даний момент. Телевізора немає у вас в камері? Є, але він за ЛНР і ДНР, там тільки те, що рознесли в хлам Маріуполь. Це як би... Ну, не лише Маріуполь. Ну, я про це і питаю, чи відповідає... Ну, так, несколько, скажімо так, все виглядить странно. Ну, мало сказати. Тому що, якщо 90% або там 100% жилого сектора в Маріуполі уничтожено, то це вже говорить о тому, що, ну, як би, наверное, хватить. Скільки ж можна. Як би операція зайшла в тупик, що ли. Ви з Макеївки. Макеївка схожа на теперішній Маріуполь? За 8 років, які її начебто там бомбили? Ні, ні. Ну, так, да, були там прильоти, були попадання, звісно, були і жертви були, не без цього. Вот. Но Макеївка знаходиться з восточної сторони, від Донецька. Вона як би вдалекі від вот этих театру воєнних дій. Вот там работал завод до 2018 года, нормально работал, без перебоев. А в 18-м еще остался? В 17-м году, вот это, когда разорвались связи экономические между ДНР и Украиной, вот, как это называется правильно, под внешнее управление были отданы предприятия, которые принадлежали концерну «Донецк-Сталь». Вот. Зовнішнє управління – це кому саме? Значит, предприятие, это управляющая фирма, называлась ВТС, Внешторгсервис. То есть руководство там было и российское, и ДНР. Там вот состав такой постоянно менялся, кого-то назначали. Ну, я как бы далекий от этих вопросов. Вот, но то, что нам оглашали, что да, вот, ну, будем работать, будет хорошо. Закончилось все это управление задолженностью по зарплате где-то 7 месяцев. Завод практически не функционировал, там изредка какую-то продукцию выпускал, и вот, чисто поддержание работоспособности завода, не больше. Вот и все. Как это там экономически было оправдано, я не знаю.
и со стороны правительства какие там делались, ну, правительство имеется в ДНР, какие делались там вот выводы из этого. Ну, естественно, что телевидение это не освещало, это какие-то там внутренние вопросы, которые... Я правильно разумею, что завод не разбомбили? Нет, нет. По нашему, ну, поэтому по предприятию, на котором я работаю, там мины пару раз пролетели, и то там слухи были такие, что это вот ДРГ, не знаю, кто-то какой-то там обиженный, там, я не знаю, кто-то шмальнул. То есть вплоть до такого. Були між своїми також суперечки, якісь сутички, обстріли там, взагалі, ну як вони ладнали між собою місцеві? Місцеві банди, я так скажу. Скажем так, я перестрілок лично не видел, но один мой знакомый в ході вот этих вот разборок погиб, і його жена тіла до сих пор не нашла. В ході внутрішніх? Да. Саме суперечок, да, так? Да, да. Я зрозумів. Тобто завод перестав функціонувати через те, що розірвані економічні зв'язки, да, з Україною, да, да, а не через те, що його розбомбили. Да. Так, ну окей. Ви на референдумі ж були. Як і всі, а що відказуватися? Нам сказали, що все буде добре, війни не буде, буде все працювати, все буде функціонувати, все буде добре. Всі пішли. Ну, результат. Ну, ви на референдумі голосували за те, щоб у вас була республіка, народна республіка, правильно? Так. Да. Ну там як-то по-другому воно звучало. Я от точно не пам'ятаю. Ну, такого формату, приблизно половина А4. Ну там вам обіцяли, що буде як в Криму, щось таке. Ну, приблизно так. Тобто ви в той момент сподівалися на те, що буде як в Криму, тобто анексують також цю територію, так? Приблизно так. А що завадило Росії, наприклад, це зробити, якщо вже? Це вже вопрос, скажем так, більш глобальний. Добре, а якщо ви голосували за Народну Республіку, то чому потім Росія так наполягала 8 років на те, щоб вас повернути в Україну, але вже в статусі автономії? Це другий вопрос. Взагалі непонятний. Так... Добре, якщо люди там хотіли так сильно незалежності або до Росії, чому вони всі ці 8 років не виходили, не казали: «Ало, Росія, добрий день, ви ж нам щось там обіцяли, да? Чому ви нас не заберете?» Ну, скажімо так, на кухнях розмови були, але не більше. Угу. А ви розумієте, що при такому розкладі виявляється, що... Ми нікому не нужны. Не що нікому не потрібні, а що вас взагалі ніхто ні про що ніколи і не питав, по факту. Ну, тобто... ну, собственно, так і виходить. Так же, як з цією вот мобілізацією. До мобілізації зараз дійдемо. Просто дуже цікаво з вами поспілкуватися, тому що ви доросла людина, і якби все це бачили, все це пам'ятаєте. І що покращилося, погіршилося? Давайте з покращень почнемо. Ну, одне ми вже чули про завод. Ще якісь були покращення після того, як стала у вас Народна Республіка? Ну, скажімо так, нічого такого особливості не було. Ну, запомнилось, звісно, що відсутствие денег. Це саме... тяжкий момент в жизни, когда на тебе семья, приходится как-то выкручиваться, жена там на двух, на трех работах, я, ну, то есть как-то нужно вылазить из этой ситуации. Так. Естественно, напрашивается вопрос, а чего вы не уехали? Да? Ну, если там плохая жизнь, куда-то можно уехать. Я не могу. На мне родители инвалиды. Я их просто не могу бросить. Ні, насправді на це питання поставало, але добре, що ви вже про це сказали. Більше до якихось деталей. Ви кажете, скрута з грошима почалася, да, так? Да. А про Україну чому? Ну, як можна сравнювати? Тоді мир був, тоді всі працювали, у всіх була зарплата. Я мог собі дозволити піти в магазин, там щось приобрести, кредитка там купив, все. Тобто не було ограничен як-то. Ну, окрім кредиту, а кредитки перестали працювати потім? Чи якось переформатувалися під там якийсь Росбанк? Чи... Ні, ні. У нас взагалі внутрішній банк там, от, який, ну, в якому пенсії отримують, да? І ще один банк окремий, це він обслуговує тільки підприємства, вновь обрати, ВТС нас покинув, образувалась нова структура ЮГМК, це Южний горно-металургический комплекс. Вот этот банк обслуживает только вот эту структуру. Угу. Я зрозумів.
А щодо свободи слова, як там з цим було після того, як стали начебто Народною Республікою? Всі говорили, писали і робили те, що хотіли, чи, можливо, були якісь нюанси? Ну, видите, человек хочет свободы слова, когда он, скажем так, живет сыто, да, тогда уже начинается вопрос, я хочу сказать то, я хочу сказать то. А когда вы, вот эта шея в мыле, бегаете с работы на работу, вам там не до свободы слова, вам там лишь бы как-то экономически выползти из этой ямы. В принципе, нормально пояснение, так. Доброе. Покращилось, можливо, щось. Ну, покращилось что? Ну, если взять с началом войны, ну вот или с тем периодом, когда вот ВТС зашел, да, ну уже, видимо, как бы, как говорят по-украински, терпеть убирался, да? Угу. Все. Видимо, где-то там наверху услышали, поменяли нам управляющую компанию. ЮГМК выплатила все долги. Но эти долги, допустим, полгода назад и через год, да, понимаете, да? Да, то есть... Тогда выдать эти деньги, и сейчас это копейки, выдали что-то, ну, спасибо хоть на том выдали, ну, начали что-то там, какую-то зарплату повышать, выдавать. Так и люди разбежались. На заводах работать в данный момент вот реально некому. Специалисты, технологи, специалисты, которые, ну, могут что-то делать, они попробовали другую зарплату, другую работу где-то за пределами ДНР и ЛНР, и сейчас... Я не знаю, как они там выкручиваются, ну... Добре, а що вам особисто зробили або могли зробити, на вашу думку, українські націоналісти? Ну, я ж не буду розповідати цю всю історію, так, щоб скоротити, там був Майдан, ну, вам всім показали, що на Майдані там страшний правий сектор, все таке інше. Ви, я, мабуть, також думаю, ви розумієте, що вийшли вони всі за шлях до цивілізованого світу замість Таєжного Союзу, так? Ну, тобто... А зовсім не задля боротьби там з чимось там російським, хоча там якась там частина людей, звісно, вигукувала якісь там певні тезиси, але, ну, окей, давайте опустимо цю всю історію. Ну, моє, що ну, вам особисто вони зробили? Ну, я просто скажу, моє мнение в этой ситуации всецело виноват Янукович. Нужно было договариваться с кем угодно, как угодно и урегулировать эти все проблемы, а не бегать с места на место, как проститутка. Улыбнулся России, побежал туда, тут такого не бывает. Выбирай что-то, куда ты идешь, свой курс, и развивай страну, или освободи место, отдай другому. Он бегал, в итоге получилось, что, скажем так, людей со всех сторон озлобил, ну вот оно и вылилось, во что вылилось. А то, что было в новостях, ну так это все смотрели, понятное дело, что на Майдан был все это, ну. Ну, основная масса Майдану, основная масса, 99%, это люди, которых взагалі там мовні питання або щось таке не турбувало. Ну, вони вийшли просто за шлях до цивілізованого суспільства, до цивілізованих стандартів життя. І що відбулося наступним чином? Наступним чином відбулося наступне. Янукович вивіз все, що зміг вивезти, країна повністю розламана, країна повністю там бюджету фактично немає, нічого немає. І ми залишаємося з собою, і через 4, 5, 6, 7 років у нас все одно виходить на зріст ВВП, у нас все одно виходить на зріст економіки, у нас все одно виходить на зріст соціального життя і забезпечення людей. Тобто, в принципі, люди живуть, ну, плюс-мінус нормально. І у вас з того боку, де начебто Народна Республіка, де начебто немає там страшного зовнішнього управління, хоча ви самі сказали ж про зовнішнє управління, тобто це воно і є фактично, ну, стає гірше. Чи варто було це все робити? Ну, вона же не спрашивали. Повернулося, да, до цього, що ви ж не питали. Добре, давайте тепер про ваш шлях вже ближче до справи, до там, 24 лютого, чи коли вас там почали мобілізувати, яким чином це взагалі відбулося? Значить, первоначально, ну опять это как бы за що купив, зато продав. Первоначально на завод якобы привезли по спискам там повестки, директор первоначально якобы отстоял. То есть, говорит, если я отдам такое количество заводчан, то мне будет работать.
Ну, либо ему намекнули, сказали, что как бы нужно, и это не твое решение. И начали поэтапно забирать в военкомат. То есть у нас там есть сотрудник, который, как и на каждом заводе, который занимается этим делом. То есть он еще до того, как там уже сборы были, на сборы отправляли, вот. Ну, сказал, что типа того, вот, не как бы не зли, давай это самое, явись, иначе за тобой по-любому приедет полиция. Все. Что это за сотрудник такие, типа ФСБ? Нет, это сотрудник завода, который они на каждом заводе, первый отдел, который когда трудоустраиваешься, там вот это ГО, ну, на любом заводе. Отдел кадров? Нет. Это, я не знаю, как правильно должность называется. Угу. Вот. Короче, кажется, вам сказали, не дратуй, да. Иди. Да. Ну, я понимаю, я как бы, ну, с полной уверенностью я понимаю, что я не подлежу призову, так как на мне инвалиды. Ну, как бы, ну ладно, сейчас жена там сама крутится. Ну, тяжело. Если на работе, то там просто некому. Все. Я пошел, явился 24 числа, даже это я был, я же не знал, что заранее. Я пришел 24 числа в сутки на работу, мне часов в 10. Говорят, собирайся, тебе 2 часа на сборы, явиться в военкомат. Это, то есть добежать домой, там, взять документы и бежать в военкомат. Все. У нас со смены там сразу, только с нашего, ну, с моего отдела, человек 5 было. А так с завода много людей, очень много. В военкомат прибыли, вот я... Что вы в себе думали, просто вот в своей голове, что вы думали? Ну как думал, ну я прийду, объясню ситуацию, там документы есть на руках, оправдательные. Ні, навіщо це все робиться, з якою метою, що ви маєте зробити? Вообще непонятно, то есть приходим в военкомат, что здесь, зачем мы там нужны, или куда нас отправляют вообще? Раньше на сборы отправляли, ну понятно, это неделю там дурью помаялись и проехали обратно, там, без вопросов. Что сейчас? В связи с чем? Все, фамилию сейчас записали, стойте, ждите. Ну, стоим, ждем. Подъехали автобусы, военкомат же закрыт, никого не выпускают. Загружают в автобусы, с этими, я говорю, ну вот, с этими вопросами приедете там уже, куда вас отвезут, там уже обратитесь. Привезли нас, там у нас есть поселок Холодная Балка, там бывшее шахтостройуправление, такое обнесенное бетонным забором территория. Вот. Там нас переодели в военную одежду. И что примечательно, говорю, раньше, когда на сборы проезжали, ну дают тебе бэушную какую-то форму, там свою сдаешь. А раньше приезжали, вы же стреляли, так были какие-то научения? Да, ну это в прошлом году, позапрошлом, там берут кого, там поедешь, все. А с чего вы стреляли в какой уровень? Автомат, гранатомет, но дело в том, что я прицельную сетку не вижу, без очков. Ну как, дали стрель, да, я выстрелил. Ну, вопрос попадания. А чему на окулярах? Как-то я с собой не брал, то раздавлю. Ну а смысл? Там что, готовят каких-то военных специалистов, там серьезных. Приехали, дали, бабахнул, все. Там постреляли, дали 10 патронов, выстрелил с автомата, раз. Потом дали рожок, выстрелил еще. Ну, добре, да. И тут вас забрали уже, так, едете, да? Да, так вот, здесь это самое. Обратились там опять к этим самым, вот, к тем, кто нас там собирал. Угу. Это не к нам вопросы, все. Вы сюда приехали, все, давайте. Ну, всюду, питание не до всех, это уже чули тысячу раз, никто построили нас, построили в несколько колонн, там столы такие стояли, и сидел какой-то военнослужащий, я не знаю, кто он. Он, ну, по крайней мере, меня принимал там в звании майора. Угу. Вот. Он записывал там фамилия, имя, отчество, он говорит тебе, то есть ты такой-то, в такое-то отделение, такой-то взвод, такая-то рота, такой-то батальон, такой-то полк. Все. Там кем был на сборах? Гранатометчиком. Все, будешь гранатометчиком. Ну, дальше. Тут собрали. Потом двое суток там мы пробыли на этой, на Холодной Балке. Там было очень много народу, я даже не скажу сколько. По численности там не один батальон. Там всех и хромых, и больных, там одного там с аппаратом Элизарова привезли.
Нагадайте, что это такое аппарат Елизарова? А это когда вот у человека сложный перелом ноги, и у него там вот эти... А, да-да-да. Вот, там эпилептиков с этим самым, с ДЦП, там всех подряд, короче, так, скопом, без разбора. Туда попал, это уже все, за тобой ворота закрылись, деваться некуда. Ну, нормально это так до людей относится? Ну, я же говорю, это... Я тогда, когда жене мне видео записали, я говорю, сходи в военкомат, скажи всем большое спасибо, ну, в кавычках. А как вы можете назвать этих людей, которые вот так вот ставляются до инших? У меня цензурных слов просто нет. Понимаете? Можно и нецензурных. Ну, можно и нецензурных. Дальше после этого собрали. Двое суток мы там побыли. Открытое небо, дождь идет. Угу. Спали на асфальте, плащ-палаткой укрылся. И это при таком холоде. Мне и так почки больные. Какое это число приблизно? 24-25. Двое суток мы там были. Еще холодно, да? Холодно. Потом ночью, ну говорят, там, когда уже мы уехали, двое замерзли. Я не видел этого, но вот по слухам созванивались от стены. Легли, по чуткам просто легли спать и заснули, да, и да. Замерзли. После этого нас отвезли, значит, ночью в Донецк, какую-то воинскую часть, ну, в район, не скажу, где-то там, говорили, где-то мы находимся, в районе Норда, вот, какой-то или Петровский район, или я даже не знаю, потому что везли ночью, темно, вот, рота садилась в один автобус. Вот у нас два автобуса ехало туда. Короче, батальон весь там загрузили, полностью два автобуса вывезли. Там в этом здании, ну, завезли, там воинская часть, за нами ворота закрыли, все там высадили. Да. Значит, там где-то до 700 человек собрали. Привозили потом из Луганска куда-то, спали на лестничных маршах, на площадках лестничных, прямо в холле, на входе, там выйти в туалет, нужно через так переступать, через людей прыгать. Кровати там какие были, ну, я так понял, там кто-то был, какая-то воинская часть, их вынесли, просто спали на полу. Ну, комната такая, наверное, в половину этой меньше, 16 человек. Ну, тесновато. Да. Ну, где это уже было? Это в Донецке. А, это еще в Донецке. Да. Ну, да, давайте там, ближе там, до того, там куда где-то, где-то суток 5 мы пробыли, ну, там хотя бы кормили, и вода была. Потом... Ну, мы ж начинаем уже спрашивать, ну, к чему это идет, куда нас везут. В Донецке, кстати, нас построили и сказали, кто, у кого родители, вот, ну, на содержание инвалиды, их отпустим домой. Мы все расслабились, обрадовались, все нормально, пока там, как говорится, градус вот этого накала спал, потому что подходили к ротному, там, к начальнику штаба, там, ну, вы что-то думаете, ну как, кто-то же должен за ними ухаживать. Все нормально, сказали, а потом на следующий день... А фельдмаршал Пушилин не приходит? Нет, вот его не было. И... Не почтил вас своим присутствием? Нет, нет, к сожалению, нет. А что, можно, пока я не забыл спитати, не то, чтобы что вы про него думаете, а чому саме він от у вас став головою республіки? Він якийсь видатний діяч, науковець, можливо, інтелектуал? Сложно сказать. Это видно какие-то там вот внутренние там течения. Має досвід управлінський якийсь? До 2014 года. Да так, в принципе, как и Захарченко до 2014 года за него. Ну, я побачаю, Захарченко морковкой торговал на рынке. Ну, я... Правильно? Это же Винья же. Может быть, не знаю. Ну, это нормально рабочая специальность? Он дончанин, я в Макеевке, как на свои рынки по-хорошему. Ну, а Пушилин там МММ какие-то там... Ну, судя из информации, как бы, из там... Я так видел, Из интернета, да, он якобы занимался вот этими финансовыми пирамидами, именно МММ. Это видео я в интернете видел, там фото какое-то, что-то такое. Да, такое было. Цікаво, чи гордятся ли жители Донецкой Народной Республики, так называемой, своим лидером? Ну, его как бы вручили, поэтому... Зараз скажут, так у вас президент комик. Так он видатный комик.
по-перше, сам створив величезну, ну, як сам? Ну, в Соєднаних Штатах Рональд Рейган актер. Ну. Ні, так він чудовий менеджер Зеленський. Він створив 95-й квартал і, ну, це ж не просто якийсь чувак, який там лохотронив на МММах, а потім бац і став головою республіки. Ні, це людина, за яку реально проголосували на виборах. Ладно, окей, та, відійшли від теми, і ви там знаходитесь, вам приходять, кажуть, що все буде добре, і далі. Так, да, так. Да. А потім під'їхали автобуси, ми уїжджаємо. Куди? Первоначальна інформація була, що ми їдемо в Зугрес. В Зугресе там теплоэлектростанция, будем ее охранять на случай каких-то там, ну, мало ли, терактов там, не знаю. Вот. Выдали автоматы без этого самого, без боекомплекта, штыки и магазин, и все. Вывезли нас вместо Зугреса, там есть полустанок такой в Донецке на выезде, погрузили в электричку. Там, ну, там не одна она стояла, я даже не скажу, сколько народу грузилось, потому что, ну, тоже битком. Туда-сюда эти электрички ехали. Вышли мы уже с электрички поздно вечером в Иловайске. Дальше куда? Молчат. Ну, как бы, какой вопрос? Мы ж, ну, куда-то же должны знать, ну, какая судьба. Поехали, значит, вывезем, ну, то, что уже сказали, что мы выйдем на территорию Российской Федерации, сказали. Ну, если там, ну, где-то там, ну, мало ли, какие-то там опять, да. все что угодно. Хорошо, это уже по дороге, потом нас как бы сделали переадресацию, вы будете в Джанкое, на полигоне. Ну, пусть так уже. Опять же, с вопросами командования, ну, когда это закончится? Ну, это же уже не шутки, как бы, это катание. Ну, все, молчок. Нас в Иловайске, когда грузили, там даже за сухпай никто не заморачивался. 300 с чем-то человек, там, батальон, получили только на 100 человек сухпай на одни сутки. Нияко мало подаваться. А то, что из дома еще пооставалось, еще родня привозила там что-то. Вот, по дороге вот это мы, ну, как-то там экономили, тянули. Вот. Это я знаю 100%. Почему? Потому что со мной, которые в камере сидят, они как раз грузили. Это вторая рота, они грузили. Их там 7 человек, сделали по 2 ходки, а в коробке по 7 сухпаев. Ну, несложно посчитать. Вот. Доехали мы до Джанкоя. Проводницы из поезда вышли. Поезд закрыли, и все, и стоим. Ну, стоим, идем, думаем, будем выходить. Нифига. Стоим дальше. Вот с Джанкоя до Херсонской области мы ехали часов 12, наверное. Где-то так. Какими-то такими там с перерывами. Проехали 2-3 километра, стоим. Поезд, свет выключен, на темную. Высадились там. Шо, куда дальше? Так, стоять здесь, мы дальше никуда не пойдем. Все. Ну, я не помню, как называется, Днепровская, по-моему, поселок, забор там такой длинный, бетонный. Вот мы там суток, наверное, 8 на морозе спали под этим бетонным забором. 8 марта или 9 начали, чем попало, рыть ямы, потому что уже невозможно. Но в сутки спишь 1,5-2 часа. Вот это постоянно бегаешь там. Это без боевых действий, я так без разумею. Без ничего. Вот. Вот 1,5-2 часа в сутки удается поспать, остальное время пилишь дрова, потому что, чтобы согреться как-то, где-то спрятаться от ветра. Вот сшивали в кучу веревками плащ-палатки, делали какую-то такую загородку, и там пытались спать. А что, снег пошел, ты там чуть растаял, внутрь все протекло, все мокрое, лежим. Ну, это где-то суток 8 точно было. И за все это время нам, да, дали уже там под конец еще по 2 сухпая. Вот. Россияне там были, я не знаю, кто они. Они подъехали, посмотрели, подумали, что мы пленные. И серьезно, они дали нам 3 сухпая из жалости просто. А потом говорят, мы из ДНР. Они так как-то так посмотрели, ну а что, все лица закопчены, что ты сидишь круглые сутки возле костра.
хто в ямі, там дітей заривається, щоб як-то видержати, вже невозможно. Ну а як ви могли бути полоненими, якщо у вас зброя? Автомати ніхто не носив. Вони от там валялися, де попало. Ну, все одно ж є якийсь вигляд військового лагеря якогось там, да, що він розбитий. Який лагер? Хто як? От це, де наліпилися, там, ну, не було чітко, допустим, там, ну, там, якісь там ряди, там, де-то як-то. Хто де пристроївся, от це там заривались, як-то висіжували, вижидали. Я все слухаю ці історії, ну, таке враження, що це якісь тузенці, а не армія. Ну, я, ну... Ну, комбат жив в двухэтажному домі. Ну, понятно. Положено. Вийде так, посмотрит. Ну, я ж такой же, як і ви. Я ж теж, типа, мерзнув, там розвернувся, я ушел. Очередно був, де він був? Я не знаю. Ну, в Джанкої. Ні, це не в Джанкої, це вже ми були в Херсонській області. Ну, то есть он дом забрал чей-то? Ні, там какая-то бабулька, и он у нее там, она ему там, я так думаю, лежать готовила там. Он у нее жил. Чистая бумага. Да. Ну, а чим ви відрізняєтесь от, в вашому стані, да, від фашистів взагалі? Ну так, якщо розібратися. Ну, ви ж знаєте, там, Друга світова була, фашисти заходили. Також були випадки, коли їм там давали яйко млєко. Да, ну, да. І також вони жили у наших людей. Вчора ось знову зґвалтували там жінку одну. Дитина пряталась, сховалась, син, а жінку гвалтували. Чим відрізняєтесь фактично від фашистських батьків? Сложно сказати. Ну, якщо в цій ситуації, іменно, коли жінку насилували... Ні, не в цій ситуації. Загалом, от є суверенна держава, Україна. Так? Є якісь там самопроголошені ЛНР, ДНР, да? Є Росія. Але ж ви розумієте, що ви всі йдете від Росії. І що Росія наказала. Звісно. Ну, так? Без варіантів. І от ви заходите на територію суверенної держави. От в цей момент, чим ви відрізняєтесь від фашистів? Ну, тут даже затрудняюсь сказать. Ну, у вас є час, то можете подумати. Якщо згадаєте, можете сказати. Якщо фактически нападение на другую страну с целью завладения ее территорией, то тут отличие. А яка ще може бути мета? Якщо для того, щоб захищати території так званих ЛДНР, достатньо було просто захищати території так званих ЛДНР, що, в принципі, 8 років і робили. Да. Ну, тобто там же ж військова російська техніка була на цих територіях, це ж, мабуть, для вас, ну, не секрет. Могли б зайти ще більшими силами туди, так, всіх налякати. Я думаю, що на цьому все би скінчилося, тому що для наступальних дій у української армії просто, ну, не було технічних можливостей, скажімо так. Будемо казати правду. І все, скінчилося б. Так. Так. Але пішли на Херсон, який вже абсолютно ніяк не ЛДНР. Пішли на Харків, який ніяк не ЛДНР. І ніколи не буде ХНР. Пішли на Чернігів, який ніяк не ЛДНР. То чим відрізняється фактично? Це, ну, яка ще могла бути мета, окрім як захват території? Ну, виходить, нічим. Добре. Зрозуміло. А ви розуміли, що вас направляють людей вбивати? Все надеялись на лучшее, что до этого не дойдет, и мы никуда не поедем. Потому что когда мы уезжали, вот все, ну, скажем так, большая часть тех, кто уехал раньше нас, они где-то были там на территории ЛНР, ДНР, тыловые подразделения. А когда вывезли сюда, тут, ну, это шок, понятное дело. Ну, от ви розумієте, що вам, в принципі, ну, важко повірити, просто важко повірити. Йдуть люди зі зброєю на військовій техніці, знищуються міста, гвалтуються жінки, вбиваються діти. Вже більше 40 дітей загинуло, до речі. Таких 128 по вчорашньому. Я вибачаюсь, я 250 ранених. Тонка тема, так не буду. Багато дітей загинуло вже, мирних мешканців, жінок, людей похилого віку. І всі йдуть, і йдуть, і йдуть. І таких самих, як ви, зараз пакують, і збирають, і відправляють. А потім кожен каже, ну, надіялись на лучше. Ну, вам, ви розумієте, да, що це просто, да, ну, ви розповідаєте. Да. І... Окей, ну, розповідаєте все, що знаєте, далі там. Все, що хочете розповісти. Ну, що ми там, вже, ми там суток 8, наверное, пробили. От. Вечер, нет, в середине где-то в районе обеда
приехали машины, там периодически уезжали, вот уезжали, проезжали какие-то там подразделения, там состав менялся. Приехали, приехал длинномер, ну, гражданский автомобиль, не военный. Он, кстати, в нашем этом подразделении техники не было вообще никакой. То есть для перевозки личного состава там или чего-то вообще ничего. Из медицины только носилки. Ну, я разумею. Забезпечення не було, і жили ви як, ну, я ж сказав, як тузенці, да. Щоб не казати нічого іншого. Да, да, да. Погрузили в этот длинномер, вещи там, перед этим нам, кстати, вот это, патроны выдали только уже в Херсонской области. И сразу предупредили, что вам здесь не рады. Смотрите, чтобы, так сказать, вас где-то тут не грохнули. То есть такое предупреждение уже. Мы и так понимаем, что нам там не рады. Вот. А еще такой вопрос. Ни в коем случае не общайтесь с местным населением и не говорите, откуда вы. Вплоть до того. Хотя... Понятно, хотя, да. Это все понятно. Ну... Вот, выдали патроны для автоматов и все. Загрузили в этот длинномер и повезли в направлении, получается в направлении Николаева. Это промежуточная наша была ночевка. На остановке там на какой-то на трассе нас высадили ночью. Вот. Где ну, хотя бы где-то пристроиться, где-то. Ну вот отправил ротный по домам двух человек. Они там ходили. Никто не пустил. Нашли какую-то недостроенную хату там. А почему отправил двух человек по домам? Что, с какой целью? Ну, на постой солдат пустить. Ну, это было так. Ну, еще. Багато приняли? Никто. Там одних, по-моему, какой-то едок, по-моему, принял. Они на полу там в коридоре поспали. У них все. А так, недостроенный какой-то дом. Ну, без окон, без ничего. Там что-то или пленка, или чем-то было частично затянуто. Там ночевали и сарай. Все. Больше. А ел еще? Ну, то, что оставалось, тянули этот, растягивали сухпай. С дома то, что было, вот это мивина. Вот мивину разбирали, вот сухпай, там тушенка. Вот делать, знаете, вот, це важко повірити також, тому що зайшли, ви фактично захопили, я так розумію, якесь селище українське. Правильно? Ну, якщо ви вже ходили там до людей по хатах поселятися, да, ночувати, то фактично ви зайшли туди, ви його фактично захопили, правильно? Ну, тут спорный вопрос. То есть мы как бы на остановке высадились, стояли, пока двое прошлись. И, ну, ротный сказал, нет, значит, нет, будем ночевать вот в этом долгострое. Там переночевали, а потом уже утром, я не знаю кто там, договаривался с директором школы, нас пустили в школу. В школе мы там пробыли буквально полдня где-то, вот с утра там, ну, до обеда. В обед опять приехал тот же самый длинномер, набили битком и повезли. Сколько за головой людей набывало было? Ну, приблизно. Больше 100 человек. Больше. Больше 100. Ну, так, для примера, я зашел, вот на мне висел этот самый, это уже выдали гранатомет, вот мне автомат, гранатомет и этот самый вещмешок. И сумка с вещами еще была в машине там отдельно. Это еще ваши вещи на вас? Да, там, да, да. Ваша ли? Да. Вот я так зрозумів, просто що я забув там перепитати, ну, я так зрозумів, що ви були в своєму одязі, да. Вам поверх дали ще да. Камуфляж. Да. У декого були свої куртки, і да. Зверху були ще військові. Да, да. Сказали, будете ночувати на вулиці, одягайтесь хорошо. Все, зрозуміло. Да. Вот. Я, короче, не удержался, упал на спину, встать уже не мог. Просто толпа придавила, вот так вот я боком ехал лежа. Так, бортан там набили конкретно. Этот поселок даже, откуда мы уезжали, я даже не помню название. Там, а вот конечный пункт, вот это вот Белозерка. Угу. Доехали мы до Белозерки, высадили, поселили в школе. В школе мы переночевали, ни воды, ни еды, ну там что-то у кого-то пооставалось, там что-то такое доедали. Но это показательный момент по поводу воды. Взвод обеспечения попытался только 12 числа растопить эту полевую кухню, что в ней вода замерзшая. Вода растаяла, а там солидол. Она еще не была расконсервирована. То есть за все это время
Никто даже не думал, что мы есть будем. И вот 13 числа с утра воду с солидолом попили. Ну, они кое-как там более-менее отмыли, но все равно радужная пленка на воде. Вот это дали там по полкружечки воды и все. И отправили нас на дорогу, вот первую роту. Я в первой роте был, отправили нас на трассу. Ви розповідаєте, у мене враження, що ви не зовсім люди взагалі. Ну, тобто в біологічному сенсі люди, звісно. Отношення, да, так, не к зовсім людям. Ні, ну просто як вам сказати, відношення? Ну, таке, бувають складні дійсно часи, але вони мають бути чимось обумовлені. Так? Ну, так. Да. Ну, якщо вас відправляють воювати, вас мають хоч якось чимось забезпечити. Да. Вам дають пити воду з солідолом. Ви в цю хвилину, мабуть, маєте подумати, блін, я людина чи не людина взагалі? Що відбувається? Чому наді мною так знущаються? Ну, всі обращались до командування, обезпечте водою там чим-то. Ми такі ж, як і ви, все. Тобто, відповідь один просто. Окей. От, задача роти була вийти на трасу і обезпечувати охорону дороги во время проезда этих самых колонн военных. Так. Я, потом вот здесь в камере со мной этот Эдуард Лыга, угу. И еще двое человек, нас оставили вот в поселке на перекрестке с целью, если во время проезда этих самых колонны будут двигаться гражданские автомобили просто тормозить, ну, чтобы проехала колонна беспрепятственно и все. И та же самая задача, с местными не общаться, никаких контактов, ничего вообще. То есть здрасте, до свидания. Люди если прошли, там поздоровались и все, молча. Ни в коем случае не говорить, откуда вы. Вот. Ну, это продолжалось буквально до обеда где-то. Всем нас, в 6 или 7 нас подняли, до обеда мы простояли, и потом начался обстрел. Со школы, в школу прилетело первый раз. Я повернулся, уже двоих на дальнем перекрестке уже не было, уже сбежали. Вопрос, куда бежать? Мы не знаем, где мы находимся, нам не говорят. Я не понимаю, куда идти, но даже если сбежать. Ну и далее. Еще раза два туда пролетело, началась стрельба, там видно или пожар. Смотрю, со школы, мы просто стояли на дороге, четко видно, где-то метров 400 до школы было. Видим, побежали оттуда, от школы. В школе дело в том, что там... Я для россиян, вот это просто очень важный момент, про школы, да, объясню. Во-первых, многие говорят о том, что там украинские прячутся там в школах и так далее. Ну, во-первых, как видите, вот да. Тоже вот зашли в школу, но если наши били по школе, то вот этот добрый дядечка, который пустил их в школу, скорее всего, просто доложил. Ну, не скорее всего, а миллиард процентов, что так и было. Либо он, либо кто-то из местных жителей. Ну, что они там находятся на данный момент. Детей там нет, никого нет. Огонь. Ну, это просто для россиян нужно объяснять такие вещи, потому что они, вот у них есть вот такая вот штука, типа, да вы, укропы, просто прячетесь за школами и за мирными домами. Они вообще как себе это представляли? Они думали, мы все выйдем в чисто поле, станем, построимся на первый, второй, рассчитаясь, при, да, типа, и вот их всех положат, и все, да, медведь, балалайка, матрешка. Нет, ну, да. Так не будет. По вам будут стрелять из-за каждого куста. Здесь нет ваших друзей в Украине, которые есть, уже давно убежали, рассказывают из других стран о том, что они рассказывают из Украины, их здесь уже нет. Дальше. Ну, а что дальше? Дальше, кстати, показательный момент. У нас взвод снайперов был вооружен винтовками Мосина образца 1944 года. Ну, про забезпечение российской армии мы уже чули. И патронов не было. Это же другая армия в свете. Выдали по одному патрону. А до вас ставлення, я так розумію, ще гірше, ніж до росіян. Хоча росіяни також без автоматів їхали, тут важко сказати, до кого краще. Пулеметчики теж були не вооружені. Ну, в смысле, як пулемети були, але вони були без патронів. А коли ми йшли виконувати задачу поставлену, сказали всім здати взагалі пулемети, гранатомети, з собою не тягати. Просто на гранатомети теж не було зарядів, але опять це вже здесь я узнав, от передо мною був Іванченко, він грузив. БК. Говорит, два ящика было с этими самыми, с гранатами для гранатомета. Ну это сколько их там, 4 штуки или 6 всего на батальон.
То есть понятно, что как поделить, каждому подержаться, дать. Только так. Ну, с другой стороны, меньше носить и легче. Сдали все это дело, закрыли там в школе и ушли, на дороге дежурили. Вот. Когда вот это все начали оттуда разбегаться, кто куда, остались мы с этим Эдуардом вдвоем на дороге просто. Ну, как бы, во-первых, командир сказал, задача поставлена здесь находиться, мы здесь находимся. С другой стороны, убегать куда-то в никуда непонятно, учитывая то, что мы находимся на территории, где нам совсем не рады. Там мы остались, ну, буквально недолго, там минут, наверное, 10-15, там дорога такая расходится, из проселка выехала колонна украинская. Первый БТР там был, ну, где-то, может, человек 15, ну, два отделения где-то там максимум пехоты было. Они подъехали к нам вплотную, буквально. Они потом уже сказали, говорят, вы так были одеты, мы подумали, что вы рыбаки какие-то. Два деда стоят бородатые, говорят. Мы даже вас не ассоциировали с военнослужащими. Подъехали. Ну, Эдик говорит, что, говорит, один пальнул над головами. Я этого не слышал. Просто он так положил. Положили и все. В принципе, и все. Як ви повернули час, і ви знали, на цьому референдумі, от ви стоїте, у вас там референдум, що б ви зробили? Якщо б. Ну, гіпотетично. Якщо б. Понятно, що від мене би це не залежало, але я думаю, наверное, з Макіївки я б куди-то уїхав. Не знаю, які б угодно искав способи. Что-то, ну, потому что это... А скажите, пожалуйста, на вашу думку, на загал, насколько пророссийские настрои сейчас в Макеевке? После последних событий, да. После начала войны, я не могу сказать. До того, ну, где-то там 50 на 50, может, 60 на 40, вот так было. 60 на 40 в бік России? Да, да. Тобто аж цілих 40%? Были бы не против просто жить в Украине и без каких там ЛДНР. Все, да, все откровенно как бы не высказываются, но вот когда в разговоре, да, а вот тогда было хорошо, потому что там, ну, что-то были какие-то возможности, да, понимаете? То есть человек ностальгирует. Слушайте, нормальна країна, яку скоро уже приймут, зрештою, в Євросоюз. Взагалі без кордонів. Взагалі, ну... Як вам це пояснити? Ну, є різниця між тим, щоб жити в цивілізованій країні і в північній якійсь Кореї. Ну, там взагалі жорстко. Так і у вас буде так само. Просто зараз, як би сказати, вирішальний момент, і якби ваші люди, ну, якби до них щось дійшло, це було б в ідеалі взагалі. Вийшли зараз і сказали, слухайте, ми не хочемо воювати з Україною. Навіщо? Ми вже зрозуміли, що... До речі, от я, наприклад, обожнюю Бандеру Степана, да, там, читаю його, там, не знаю, з факелами ходжу. Там, і ще там зі мною кілька сотень або навіть кілька тисяч разів на рік виходять таких людей, ми прогулялися. А от ви його не любите. І от ми з вами спілкуємось, да, зараз. Якби ми з вами спілкувалися десь в якомусь пабі, наприклад, мало щоб змінилося в нашому особистому спілкуванні. В чому проблема? Ну, от, мені подобається, вам ні. В чому проблема? Ну, это как одному борщ, другому суп нравится. Ну, конечно, может, неудачный пример, да? Но для общения людей это никак не может повредить. Так же, как одному борщ. Вам как-то донесли туда думку, что какие-то страшные националисты, або нацисты, я не знаю, это разные вещи, да? Прийдут и всех там перережут. Как вы это выявляли себе? Ну, в первоначальных объяснениях, в принципе, как бы это выглядело. Так, как вы сказали. Тобто, группа людей, я уже прямо скажу, на Майдане якась там, кричит москаляку на гиляку, да? И вот через эту группу людей вы думаете, что до вас зараз зайдут там кілька мільйонів нацистів и всех вырежут? Ну, примерно так. Як думаете, так было? Ну, как говорят, история не, как-то не приемлет сослагательных. Мы могли бы только узнать, как это было или не было. Если бы зашла тогда Украина, может быть, все бы развивалось бы по-другому. Давайте без сослагательных. Я живу в Украине. Я говорю на русском языке. Вот человек тоже. Все время мы общаемся на русском. Я общаюсь на украинском, на русском, по-разному. А ты дома у меня, ну,
Так в основном мы общаемся. К сожалению, пока, я думаю, перейдем на украинский уже в скором времени. Я живу в Киеве. Это видно по моим видео. Я неоднократно подходил к этим людям, задавал им вопросы, в том числе и вступал с ними неоднократно в выяснение каких-то отношений по разным вопросам. Почему меня они не съели до сих пор? Мне тоже говорят, что они должны были обязательно съесть. Не убили, не посадили, не расчленили, не знаю, как мальчика в трусиках. Ну, я очень хороший пример здесь, правда, потому что заходишь на мой канал и все это видишь. Я действительно в некоторых вопросах с этими людьми имею определенные... Вы же видите, что средства массовой информации имеют сильное влияние на людей. Ну, взять вот как раз референдум и так далее, и так далее. Вот там будет плохо, тут будет хорошо. Люди пришли, так сказать, ага, если там будет плохо, ну, будем голосовать тогда, когда хорошо. А на выходе получилось как-то не совсем. То есть, ну, можно сослаться, да, на тупую доверчивость. Вы вот, типа, повелись, как вот это... У меня есть просто видео, там, стрим, где я на праздновании дня 9 мая, это было еще в 17-м, да, Дима? Ну, нет, вот в 17-м не могло быть, еще канала 18, не было. В 18-19 год, да, был. И я там, ну, спорю о некоторых вещах вот с этими как раз людьми, которых они там считали вот этими вот страшными... Я их такими не считал, у меня просто некоторые вопросы, да, зачем делать так, зачем вам вообще эти старики, пусть все ходят, да, ну, у меня такой взгляд на эти вещи всегда был. И у меня есть это видео, где я с ними спорю, и мне сейчас это видео, кусочек этого видео сбрасывают, это же ты, ну, пророссийский настроенный. Я говорю, да, это я. Так как, у тебя же было совсем другое мнение, ты там этот вот спорил тогда с этими, с националистами, я говорю, да. Спорим. И что? Ну, человек имеет право поменять мнение. Почему нет? Нет, они просто думают, что из-за того, что у нас, я не менял никаких мнений. Я до сих пор могу с разными людьми о разных вещах поспорить, подискутировать, но так это нормально. Нет, ну, человек же может дискуссия. Убедиться, допустим, что это хорошо, а это плохо. Да, если он был где-то там, условно, заблуждался, ему объяснили, показали, вот, пожалуйста, почему не так? Ну, правильно. Ну, понял. Нет, они просто думают, что то, что у нас были группы людей, которые можно назвать националистами, которые, в принципе, есть в любой стране, они думают, что из-за этого можно взять и уничтожить несколько просто мирных городов. Они на этом сейчас не останавливаются, они пытаются уничтожить больше. Ракетными ударами, авиационными ударами, просто снести города. Из-за того, что вот у нас были вот эти вот люди. Так я еще раз говорю, вот мой пример живой, вот я живу в Киеве. И не работаю, и никогда не работал ни в каком СБУ, как там некоторые пишут. И я просто как блогер выходил, общался, спорил. И меня никто не съел. А вам просто там, ну я прошу прощения, но жестко засрали мозги вот этой вот всей штукой. Потому что вы могли бы просто продолжать жить в Украине, и ничего бы не было. Вот ничего бы просто бы не было. Да, были бы какие-то локальные конфликты, были бы какие-то локальные споры. Все это, безусловно, было бы. Но... То, что вам там рассказали, и то, во что вы верили, извините. Повернулись. Вы б, мабуть, вже поїхали, да, а не голосували би за... Ну, в принципі, цим все і сказано. Ми не можемо знайти номер телефону вашого. Я зараз візьму на паузу. Давай. В общем, написали, да, вам, по крайней мере, если придет контакт, мы сможем вам сказать, чтобы вы его хотя бы знали. Окей, я вам не то, чтобы что-то обещаю, да, это чисто гипотетический вопрос напоследок. Если бы вы, ну вот сейчас, по вашим ощущениям, вы хотели бы просто стать украинцем, без всяких привязок к каким-либо там народным республикам, или нет? Как бы по национальности я и так украинец. Ну, по национальности. Гражданство, имеется в виду. Паспорт украинский и больше никакого. Даже не знаю, что и сказать. Такой вопрос, конечно. Ну, если вы до сих пор не знаете, как однозначно это ответить просто, на этот вопрос. Понимаете, это просто неожиданно, понимаете? Как бы, да? Ну, я ничего не обещаю, мне просто интересно. Я просто как бы сюда пришел.
по сути дела, как захватчик, и вы мне предлагаете стать украинцем. Не предлагаю, это, ну, это шок, это шок, если честно. Наверное, да. Наверное. На этой минорно-мажорной непонятной ноте да, 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 предлагаю закончить.